Тебя учить работать надо, да? У тебя ЧП, а я только сейчас об этом узнаю. Может, включишь голову наконец и начнешь оперативнее принимать решения? Правда? А я контракты Леша, заказчиками привет. Твоими объяснениями буду обеспечивать. Игорь, да? Вахтангович. Ну что, наш там опять с позаранку колобродит? Так точно. Да, как собираешься решить? Рано поднял. А ты мне зачем? Четырех, вечером да. уже поздно. Злой? Вечером обычно. У меня заказчик трясти начнет. Понятно. Все, решай с ними немедленно. Сам! Понял? Это какая уже? Пятая. Я тебе... Все. Если ты не в состоянии организовать людей в цехе, может, поищешь другую работу? Все, жду отчет. Доброе утро. Ну что, принесли? Рекламное агентство «Юнион», директор Олег Приходченко. Мы с ним работали в одной газете. Политикой раньше занимались? Нет, но, в принципе, он человек с головой, я могу. Игорь Вахтангович. Да? У нас не раскрутка звездули, у нас выборы мэра. Я могу за него поручиться. Я не подопытная лягушка. Тимофей Ильич, Тимофей Ильич, помните пиар-компанию «Друбич банка»? Помню, но это же совсем другое. Ее вела Катерина Солнцева. Она будет вести и наш проект. Оператор, сними. Мы прямо воду из озера пили. Дети целыми днями купались. А сейчас вы понюхайте. Вы понюхайте. Люди уезжают отсюда, понимаете? Неожиданное развитие событий. Протестующих посетил мэр Дальнеморска Алексей Головин. Снимай, снимай. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию? Сейчас мы подойдем к жителям и все. Уважаемые жители! Давайте с вами успокоимся. В лицо я снимаю. Ага, хорошо. Уважаемые жители, я вас очень прошу, пожалуйста, тише, успокойтесь. Тише, дорогие друзья, сигнал от вас получен. Да. Господин Талалуев, скажите мне, что у вас в районе творится, а? Сигнал к заводу отправлен. Скоро решим проблему. Да. Товарищи, да вы это пожалуйста. Год назад обещали. Ну, вы же понимаете, что это не решается так быстро. Ну, нужно как-то согласиться. Но мы вам обещали. Имейте такие вопросы. Катя, иди сюда. Подожди. Да подожди. Петь, ты чего? Брось, Катюха. Вырежу. Не твое, это шоу. А чье? Выборы. Фу. Слушай, ну ты вообще... Вот, что я могу сделать? Ну, записание... Мы разберемся, правда. Они игнорируют. Хо-хо-хо-хо. Ну что, навоевалась Че Гевара? Олег, уйми своего зама. А ты что такая злая? Ты представляешь, сюжет об озере Головин проплатил. Ожидаемо. Так нужно что-то делать, он убьет город. У тебя есть возможность все изменить. Что это? Новый клиент, посмотри. Вот Света последний проект. Смотри, пожалуйста, проверь. Пяти девочек. О, Господи. Признала? Ну, Кольцов, владелец верфи и прочих заводов, газет, проходов. И новый кандидат в мэры Дальнеморска. Наш кандидат. Наш. 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 Вы спятили? Оба. Что не так? Что не устраивает? Мы нашли клиента, за встречу с которым бизнесмены платят сумасшедшие взятки его окружению. Послушай, на деньги Кольцова вся наша лавочка будет жить до второго пришествия. Ты поняла? Это же гиблое дело. Мы не занимались выборами. Мы угрохом свою репутацию, останемся на бабах. Солнцева, договор подписан. Черт, ну почему вы так хотите денег? Начинай креативить или увольняйся. Олег. Олег? Кать, этот год мы пашем на Кольцова. Заметь, не я это предложила. Удачи. Солнцева! Олег, Олег, я понимаю, вы друзья, но в этом деле нужен профильный специалист. Катя, это... Условия кольцо. О, черт! Откуда она его знает? А он?
Да, слушаю. А что с Кирюхой? Кто звонил? Уборщица. У тебя есть уборщица? Нанял. У Кирюхи приступы обострились. Черт её знает, на что аллергия. Вот и приходится через день квартиру вылизывать. Здрасте. Здрасте. Мальчикам все в порядке. Я ему дал успокоительное. Спасибо. Он так хрипел, он так кашлял, а я ничего не могла сделать. Я не могла найти этот ингалятор, все, лекарство. Успокойся. Успокойся. Ты ни в чем не виноват. Где платок? Вот. А нет? Ну, тогда сходи в ванну, умойся. Одна чайная ложка 3 раза в день. Принимать 10 дней. А вообще, вам увозить его надо. Ага. С нашей экологией только хуже будет. Угу. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, спасибо. Куда же... Куда же они делись? Так, 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 так. Глянь, глянь в спальне у Яны. Яна его спрятала, я видела. Да нет, это тебе показалось? Ну, она до сих пор не отошла от той операции. Бывают проблемы с памятью. Ну, здесь тоже, наверное, сунула и забыла. Олег Николаевич. Да? Я что хотела сказать. Жена ваша навредить ребенку может. Что вы такое говорите, Дарья Ивановна? Я сегодня, когда она мне открыла, вижу, мальчик синий весь лежит, не дышит. Я говорю, умрет же, доктор вызывайте. А она говорит, я сама его лечить буду. И выгонять меня стала. Этой эзотерической лабудой, но она бы никогда не смогла причинить вред сыну. Катерина, оглуши. Готово. Марья Дмитриевна, Погляди на нее. Она еще думать изволит. Ну, и что? Молодец. Вот этот? И правильно делает. Угу. А вот некоторые не изволят. А им еще доклад по гравитационным волнам для Кембриджа писать. А они отлынивают. Проницательная ты моя. Закругляйтесь. А то остынет. Между прочим, никто, кроме меня, вот с этим антиквариатом не справится. Понятно? И не спорь. Угу. Нет, нет, на 13. Вот этот? Ага, да. Да. Это самое, я тебе рассказывал историю про то, как генеральный прокурор мне задолжал. Как-то он нас всех собирает у себя за городом, а он тоже любит раритеты, и вот ломается его кабриолет. А в это время его дочь начинает рожать. Дмитрий, эту героическую историю о спасении наследника прокурора мы слышали не раз. Да. Угу. Я предполагал. Так, а о чем это я? А, хватит думать. Мэром должен стать Кольцов. Понятно, Катерина Дмитриевна? За блинчиком сгоняй. Пап, но если он не лучше нынешнего? Любой лучше этого нынешнего взяточника. А может, кот Тимофей также будет набивать себе карманы? Кольцов богат. Зачем ему красть? Вот сын Веры Владимировны работает у него на верфи. Говорит, дисциплина железная. Звонок зазвенел, перекур. Другой, все дружно затушили. И на стапеля. И попробуй кто-нибудь опоздать. Полностью солидарен, маман. И жалование отлично. Вот, а Головин что? Вырубил.
парк под элитную застройку. Одобрил свалку около города. А завод удобрений, какой год небо коптит. А завод разве его? Маман, завод его? По бумагам, разумеется, отпрыска. Балбеса этого Василия. Вот, и что самое главное, попробуй только заикнуться об ужасающей статистике по поводу онкологии и аллергиков, сразу же говорят, не, все выбросы в норме. А если делаешь альтернативные замеры, говорят, что это провокация. Так что лучше Кольцов. Пап, но я не занималась политическим пиаром. Научишься. Освоила же пиар после своей психологии. По-моему, это полное безумие. Скажи своему Приходченко, что ты этого не умеешь. И не будь как мои студенты. А то, знаете, придумают себе опыт работы, чтобы получить должность в Москве. А потом, когда отовсюду уволят, плачут, нет денег домой вернуться. А она им посылает. И что? Человеку всегда надо дать второй шанс. Только не такому, как Головин. Совершенно справедливо, маман. Пап, если из-за меня потонет агентство, я себе этого не прощу. А если упустишь шанс спасти город? Простишь? Внимание. Так. Хорошо. Хорошо. Тимофей, что случилось вчера ночью? Глаза не опускайте. Короткий освежающий сон. Так. Прекрати, пожалуйста. Ты разбил зеркало. Случайно. Хорошо. Меняемся. А я слышала выстрел. Давайте я сяду. Продолжаем. Так. Тебе просто приснилось. Угу. Что происходит? Да, только в кадр смотрите. Тимофей, может быть, тебе нужна помощь врача? Обойдусь. Так, сейчас, секунду буквально. Я так больше не могу. Мы стали чужими людьми. Мне нужно с тобой поговорить. На сегодня все, спасибо. Хорошо. Стасик, и пришлите мне, пожалуйста, макет номера на утверждение. Да, конечно. Ну, говори. Тимофей, я хотела сказать... Ты мне просто нужен совет по поводу нового номера. Не сейчас. Алло. Привет. Я опять не смогла сказать ему. Молодец, что осталось. Нам без тебя крышка. Так что вот тебе первый бонус. Ешь печеньку. Это я сам готовил. Олеженька, я буду очень стараться. Да сделаем, сделаем. Наизнанку вывернемся, но сделаем. Алеша, это кто? Это... Минуточку внимания, коллеги. Я рад вам представить нашего сотрудника, Вячеслав Панин, консультант по выборам. Здравствуйте. Олежа, это зачем? Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скворцов прав. Я смотрю, ты освоился. Ну, какая-то подстраховка нужна все-таки. Олежа, я не собираюсь работать под надзором чужого дяденьки с чужими идеями. Ты сейчас опять? Опять. Или я отвечаю за процесс, или нет. А это наша прима, Екатерина Солнцева. Очень рад, что нам удастся вместе поработать. Но я думаю, что не в этот раз. Екатерина? Кать! Ну, если это так задело твое самолюбие, я могу отдать этого политолога под тебя.
Знаешь что? Я в рецепт печенья больше бы добавила сахара. А я перца. Пожалуйста, присаживайтесь. Юля Павловна Духовая, начальник нашей пресс-службы, сейчас подойдет. Ага. Вон там это она. А Кольцов нас представит? У него после эфира неотложные дела. Ну, мы ведь можем поговорить с человеком, которого хотим сделать мэром. Хотя бы глаза посмотреть. Солнцева, захлопнись. Вот отсюда прекрасный вид. Ближе можно? Мне нужно видеть, как он думает. Подождите, но Олег, мне нужно согласовать со службой безопасности. Алло, Леша. Ну что, что, у нас проблема. Да, понял. Стойте. Сюда нельзя. Почему? Из соображений безопасности. Моей? Не стоит волноваться, у меня есть газовый баллончик. Вы не могли бы его отдать? Зачем? А если террористы, и вы не сможете меня защитить? Прошу вас. Это больно. Пустите. Катерина Дмитриевна? Да. Я обеспечу вам любой уровень безопасности, если пожелаете. Садитесь. Говорить будем с вами. Вы ведь журналист? Тимофей Ильич, вы готовы пройти на грим? Конечно. Здравствуйте. Здрасте. Юлия Павловна. Сейчас все решим. Идите. Идите, идите. Екатерина, здравствуйте. Я Юлия Павловна. А, может быть, хотели поближе посмотреть? Так сказать, крупным планом. Пойдемте. Но он сказал… А, это он шутит. Юмор у него, ну, такой. Пойдемте. Может, вы ему понравились. Тогда вам точно лучше уйти. Тимофей Ильич будет волноваться. Прошу вас. Внимание, до эфира 20 секунд. Господи. Все готовы? Тимофей Ильич, где Катерина? Крупнее надо было план. Готовы. Звук идет. С вашим выдвижением связаны большие скандалы в прессе. Вы действительно имеете отношение? А чего он такой зажатый? Это же прямой эфир. Нет, не имею. Ну а что в этом такого? Это же естественно. Он человек. Ну это просто смешно. Благодарю. Происки конкурентов? Может быть. Но вы сформулируйте свои предложения. Мы обязательно их рассмотрим. Вы всегда были темной лошадкой. Такая закрытость не мешает бизнесу? Ой, сейчас. Понятно, Юль Павловна. Спасибо. Вторая камера наезд. Спасибо. На этот шаг вас подтолкнуло решение баллотироваться в мэры Дальнего. У нас принцип поднятого забрала. Что-то вроде выборы с открытым лицом. Именно. Мы не скрываем никакой информации, отвечаем на любые вопросы. Что ж, давайте проверим. Взгляните. Тимофей Ильич, скажите, пожалуйста, а это правда, что вы начали свою головокружительную карьеру простым рабочим на судоремонтном заводе? До рекламы мы должны закончить весь первый блок. Тимофей Ильич, так насколько правы средства массовой информации? Они правы. Екатерина, может, вы все-таки посмотрите? А затем? А почему он мне улыбается? Первая камера. Кажется, что у него плохие зубы или скверный характер. И потом, долго думает, от ответа уходит с грацией слона. Да и вообще его нельзя пускать в прямой эфир. Хорошо. Катя, предложи что-нибудь. А что с ним? С ним все в порядке? Ваша супруга в прошлом мисс Дальнеморск. Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства. Тимофей Ильич, что с вами? Что с ним?
Тимофей Ильич. Надо что-то делать. Быстро давай рекламу. Уходим на рекламный блок. А что с ним? С ним все в порядке? Тимофей Ильич! Куда? Мне нужно с ним поговорить. Это исключено. Юлия Павловна, но он же угробит эфир, понимаете? Он боится камеры, закрывается. Я дам ему хотя бы основные рекомендации. Давайте договоримся, Екатерина. Наша концепция – это естественность. А вы занимаетесь организацией мероприятий и освещением их в СМИ. Это ясно? А по-моему, задача наемной пиар-службы заключается не в этом. Прошу прощения. Юль Павловна, спасибо за консультацию. Не смеем вас больше отвлекать. Мы еще тут осмотримся, с вашего позволения. Я все-таки надеюсь, что мы сработаемся. Юль Павловна, кофе? Внимание, 3 минуты до эфира. Второй аппарат не приготовится. Составишь мне сметы на оборудование. В твоих интересах это сделать сегодня. Все, спасибо. Тимофей, ну что случилось? Мы очень долго договаривались с каналом об эфире. У шоу высокий рейтинг. Ты прекрасно смотришься в кадре. Но чего ты встала и ушел? Все нормально. Сейчас продолжим. Я понимаю, ты устал. Кругом кретины. И эти... клоун этот Драшидзе. Ну зачем? Зачем ты их позвал? Я бы прекрасно справилась совсем сама. Юль, если бы я был в этом уверен, я бы не звал специалистов. Специалистов? Это кто, Солнцева? Или у тебя к ней другой интерес? У меня интерес один. Это победа на выборах. И я уверен, вы с ней прекрасно дополните друг друга. Потому что такие вопросы нужно решать лично со мной. Все, лично со мной. Перезвоню. Островая! Катерина! Я снова Солнцева, если ты забыл, Гриня. Ай-ай-ай, ну не обижайся, это я тебя так троллю. Если бы я обижалась, мы бы с тобой разбежались гораздо раньше. Да, куда уж раньше. Года со свадьбы не прошло. А если бы я знал, что ты руки распускаешь, так вообще бы за тебя не вышло. Все, 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 смотри, мы квиты. Кончай проповедь, Солнцева. Какими судьбами? По работе. Какой? Тайны мадридского двора, да? А я джекпот сорвал. Хочешь, покажу? Пойдем. Да нет. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. Пойдем. Сюда. Прошу. Так, подержу. Головин? Головин. Бать, иди сюда. Смотри. Сюда. Безработица и криминал. Город Дальнеморск находится в десятке худших городов России. Но вот кому выгодны эти антирейтинги? И самое главное, соответствуют ли они правде? Поговорим об этом с мэром города Дальнеморска Алексеем Головиным. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Начну сразу с народной пословицы. На язык пошлин нет. Что хочет, то и лопочет. Знаете, ты двигаешь Головина. Полный пакет. Второй выпуск пишем. Смотри, как работает. Моя школа. Ты даже стилиста взял? Васька, сын мэра. Бестолочь. Думает, что модельер. Ну, по крайней мере, в его тряпках Головин отличается от этого унылого кольца.
Травой на грим. А, да, конечно. Кстати, не знаешь, какой идиот его взял? Да ладно. Ты что ли? На тебя хотя бы пытали? Мучили любимую таксу? У меня бордер-колли. Кончай издеваться. Да, я знаю, кот Тимофей не подарок. Ага. Но мне интересно. Значит, жажда наживы. Ну, можешь так думать. Все. Совет. Беги от него, пока не поздно. Внимание, до эфира одна минута. С этим мешком даже я ничего сделать не смогу. Ну куда ты поставил? Ну вот зачем? Ну зачем? Не, ну а хорошо же было. Ну ладно, обратно ставь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я вас долго искал и долго выбирал десерт. Только не говорите, что вы не любите сладкое. Обожаю. Поздравляю. С чем? Выявлен внутренний враг. Ну и что, что-то хорошего? Не придется вычислять во время работы. Ну, я боюсь, что духова не даст нам спокойно работать и даже близко к телу не подпустит. Но зато мэра будет пиарить сам Островой. Ого. Ну да, вы правы. Не вытянем. Ну... Тогда пойдемте. Куда? Ну как куда? К Приходченко сдаваться. Вы не так поняли. А чего тут понимать? Пиарщицу, сделавшую компанию Друбич банка, сдула какая-то помощница Кольцова? Вы знаете о Друбич банке? Я очень многому научился на этой компании. Слав, неужели никто не видит, что человек с таким обаянием, как у нашего кота Тимофея, не может быть политиком. Никому не интересно, что у него под открытым заправлом. Кать, все видят, но боятся духовую. Может быть, она подруга жизни нашего кота? Значит... Нужно убедить Кольцова учиться говорить на камеру в обход духовой. Да. Она клюнула. Смотри, на нее весь расчет. Ты говорил, в отношениях ей нет равных? Скоро окружение Кольцова начнет ей доверять. Допустят к нему, и наш информатор будет в курсе всего. Хорошо бы ее пристроить к нему в постель. Тогда будем знать пикантные подробности. Это вряд ли. А что так? Ну, она не содержанка, чтобы с деньгами спать. А че это мы закипели? Бывшую жалко. Из-за ее заявления меня выкинули с канала. Пришлось из Москвы свалить. Проситься назад на родное телевидение. Вы что, думаете, мне жаль ее? Нет. Просто я хорошо ее знаю. Да ты не волнуйся. Сделаешь, как договаривались, поставим у нас телеком командовать. Но помни, Головин ничего не должен знать. И ускорься по второму направлению. Делается.
Дарья Ивановна, а почему вы мне раньше не позвонили? Давно он у них? Я еще раз здесь увижу, я тебе ноги вырву, понял? Олег, я тебя умоляю, пожалуйста, верни его. Верни его, пожалуйста. Ты не понимаешь, Кирюш таблетками не вылечить. Ты с чего это решил? Ну, у него повреждена аура. Это все из-за аборта, который ты заставил меня тогда сделать. Если ты сейчас пойдешь с ним, сына ты больше не увидишь. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да, у меня три плана. Плановый техосмотр был? Конечно, Тимофей Ильич. Так почему ты вовремя? Да, в выходные увидимся. Тимофей Ильич, я же вам объяснял. Ну, сейчас я не могу. Поставщик, который... Да ты чего, шеф рвет и мечет. Ага. Сейчас. Мне пришлось, вы куда? Алексей, вы меня не помните? Видел, молодец. Хорошо. Хорошо. Вы меня обвиняете в воровстве? Я к Кольцову по поводу эфира. Катерина, мне кажется, я доходчиво объяснила все вопросы ничего, и предложения через меня. Но сейчас я не могу, у меня совещание. Тимофей Ильич, поверьте, это было досадное недоразумение. По шке у тебя досадное недоразумение. Уволен! Я пожалуюсь в суд! Попляшите еще! Уволен, я сказал! Так, пошел вон! Иди, иди. Жалобщик. А это что такое? Компромат. Кандидат в мэры выкидывает людей с работы. Как объясните? Уберите это немедленно. Юль Павловна. Катерина, кажется, да? Да. А вы уверены, что имеете право снимать? А если я хочу голосовать за вас? Справедливо. Он вор. Ну, почти поверила. Зажал ремонт станков. В глаза смотрите, а не как сегодня в студии. Рабочему руку чуть не вырвало. Так лучше? Неплохо. Но надо работать. Когда первый урок? Я же вам объяснила. В нашей концепции... Юлия Павловна, подождите минуточку. Катерина, утром все ваши селятся у меня на время кампании. Завтра же и начнем. До свидания. Запись. Да я не снимала. Как нам лучше его подать? Брат, отец родной, заботливый хозяин. Он кто? Богатый самодур. Тихо ты. Чтобы понять, на чем играть, информации надо море. Ну, а у нас лужа. Кольцов очень закрыт. Плохо. Из шкафа могут полезть скелеты. Вот зачем ему геморрой с выборами? Отмывает черные деньги. Ты что-то нарыл? Слышала что-нибудь про Grand Ed? Что за зверь? Ну, Кольцов там каким-то боком. Вроде отели строит.
Беспредел какой. Зря извишь. О нем слухи нехорошие. Кидают? Хуже. Торговля детьми. Нужно достать как можно больше информации. Ты понимаешь, что если это правда, то его не в кресло мэра надо сажать, а за решетку. Угу. Пойдем. Съездишь, узнаешь про этот Гранд-Эд. А? Сегодня и поеду. Спасибо, Слав. Надо в камеру. Итак. Итак, вы идиот. В каком смысле? В прямом. Я считаю, что вы идиот. Докажите обратное. Очень любопытный у вас тренинг. Мы вам просто очень признательны. Что ж. Нужны ведь факты? Да. Вот здесь пишут. Кольцов один из самых богатых людей России. А теперь вопрос. Скажите, может быть такой человек идиотом? Идиотов с такими деньгами не бывает. Бывает. Но, скорее всего, он уже мертв. А что, я не прав? Да, наверное, вы правы. Ага. Оп, оп. Давай, давай, давай. На! Неплохо. Но ушли, потеряли контакт. Долго думали. Зритель уже решил за вас не голосовать. Попробуем еще раз. Что-то не так? Я с детства не люблю камеру. Мы это исправим. Кирюша, тише. Герой уже и про детство свое ляпнул. Давай! Пусть она узнает, кто ты есть на самом деле. Давай! Уберите ребенка. Извините, Тимофей Ильич. Ага. Катерина Дмитриевна, я боюсь, что такие опыты не для меня. Извините. Извините, это моя вина. Пойдем. Олег! Олег, стой! А при чем здесь ребенок? Тимофей Ильич ненавидит детей. Откуда вы знаете? Я поговорю с ним. Слушайте, я знаю о нем больше, чем его жена. И не стоит с ним разговаривать. Можете лишиться работы. И куда ты его? Домой, а там посмотрим. Да нечего смотреть. Давайте к нам, не в Немщиновку. Родители будут только рады, а? Катя, он не поедет. Он правду говорит? Ну что же у мальчишки такие все пугливые? Ну, один без папки ни шагу, другой от камеры шарахается. Кать, а что с котом Тимофеем? Дохлый номер? Нет, страх из детства, но в этом-то и проблема. Сам он ничего не расскажет. Заставь копать Панина. Я его другим загрузила. Быстро ты его приручила. Он добровольный, но я тоже кое-что нашла. Из чего следует, что наш Кольцов свалился с неба. Как это? Ни в какой 43-й школе он не учился. В ПТУ тоже. О родителях ни слуху, ни духу. В 16 пришел на верфь, и все. Странно. Детство обычно безопасный период. Че он боится? Что, в детстве в штаны, что ли, дул? Ой, извини. Пойдем. Да, солнышко. Сегодня не получится. Я тоже скучаю.
вляпались мы с тобой в самый черный криминал. А может, нас и вляпали в него. Молодой человек, колесо у вас спущено. Пробит, наверное. Спасибо. Угу. Черт. Алло, забери меня, пожалуйста, отсюда. Я не могу так больше. Он болен. Я очень боюсь. А больше нигде нет? А зачем? Вы же все равно правды не напишете. Даже если там что-нибудь такое найдете. Какую правду? Ему плевать на город. Знаете, сколько мы к нему обращались, чтобы он помог нам с ремонтом? Но зоопарк регулярно подкармливает. Не знаю, может, там дружит с начальством? А мы, значит, хуже макак. Все, кончился ваш Тимофей Кольцов. Есть, Илья. Можно глянуть?
А зачем? Вы же думаете, что? Он родственник, что ли? Возможно. Вот, пожалуйста, вечерний Дальнеморск. 1988 год. Номер 34. Это ж кому это понадобилось, интересно? Тому, кто пытается скрыть правду? Твоему сыну. Нам ничего не нужно. Выслушай, иначе погубишь ребенка. Мы ведь с вами коллеги. Вы журналистка? Да, и пишу об истории города. А в библиотеке сказали, что у вас есть редкий номер вечернего Дальнеморска. Вас верно сориентировали. Я ведь в юношей пришел в газету фотокором. С тех пор вот статьи со своими фотографиями собирал. Да, думал, стану знаменитым, оп, фотографом. А позвольте полюбопытствовать, зачем ищут именно эту статью? Ищут. Ну, вы не первая. Когда-то мне за нее обещали большие деньги, но я отказался. В статье может быть информация об одной медийной персоне. Вот как? Весьма сомнительно. Это же кошмарная история. Илья Кольцов, разнорабочий, под Новый год запер двоих детей в квартире. И где-то пил неделю, а продукты дома кончились, и братья стали есть обои. Вату из матрасов спасли... Соседи, вот. Вот ваш материал. А как их звали? В статье об этом не сказано, а я не помню. Старший, кажется, был школьного возраста. Но сказал, что в школу не ходит. А ходит в зоопарк. Какой-то Маши. А она его и учит, и кормит. Машка? Помню, конечно. В нее все наши мужики влюблены были. Добрая, веселая. Мартина обожала. Она на переводчика училась, а у нас подрабатывала. А где она сейчас? За бугром давно. Свалила к своему иностранцу. Папа, где слоны? 30 лет прошло, а вы до сих пор о ней помните? Поди забудь. Когда она каждый день перед глазами. Как это? А вот как. Мать честная, да вы с ней одно лицо. Маша! Маша! Тимка! Тимка!
ты слышишь меня? Диана увидит, да? Да ей все равно, где ты, с кем ты, зачем туда ходишь. А ты знаешь? Ты же не случайно пир составил, когда дом строил. Прошлое мучает, да? Ну что ты? Я не похож на человека с безоблачным детством. Я прочла статью, которую ты потребовал изъять. Не сомневался. Жаль так. С головой сделать нельзя. Вот они и мучают. Кошмары. Снятся эти вонючие подъезды. Драки. Куртка одна на всю жизнь. А мне поможет? Черт. Так. Ведь это дочка профессорская. Она ведь временно заглушит боль. Переспишь с ней. Еще не решил. Я пойму. Юль, в последнее время ты слишком много себе позволяешь. Спасибо, Степаныч. Да не за что, Тимофей Ильич. Вы как обычно? Да. Ну, тогда я через полчасика подойду. Угу. Ну, привет, Мартын. Ну, привет. Ах ты, старый сластёна, давно не виделись. Ну, знаю, что любишь, ну, прости, нет. Ну, не взял мороженое. А помнишь, как Маша тебя первый раз мороженым угостила? Последний раз говорю, бери, а? Подачки не надо. Ну, сам виноват. Хотя лучше отдам Мартыну. Ничего себе! Неужели ты это сделал сам? Сам. Ну, теперь-то можно тебя отблагодарить, м? Наверное. Ты мой маленький принц. А потом сказала, может, ты планету когда-нибудь в порядок приведешь, как наш зоопарк. А я нашу Машу встретил. Не, ну не саму, конечно, девушку. Очень похожа на нее. Она не боится меня. Даже помочь хочет. Или мне кажется, не знаю. Может, она еще хитрее, чем духовая. Хотя я Юлю не сразу раскусил. Почти доверился, дурак.
Никто не должен знать. Никто. А духовая права? Катерина просто наваждение. И пока не вышла беда, от него нужно избавиться. Рабочее название проекта – «Сияющий город». Кольцов очистит Дальнеморск от завода удобрений, свалки, кладбище кораблей, выметит родственников Головина, ведь они позволяют загрязнять окружающую среду. Дальнеморск станет экологически чистым городом, превратится в курорт и… Это все? Все. Интересная идея, я обязательно их покажу Тимофею Ильичу. Перейдем к текучке. Катерина, вы интервью назначили на 8-м канале? Юля Павловна, Кольцов не готов работать с камерой. Это кто так считает? Это все видят. Ну и что вы предлагаете? Взять все отменить? Нет, все сделать самим. В смысле? Купить телеаппаратуру. Любопытно. А зачем нам такие ненужные траты? Ну, это все выйдет намного дешевле, чем все время следить, что натворили телевизионщики. Послушайте, чтобы нравиться избирателям, Кольцов должен тренироваться. Но Тимофей Ильич ясно дал понять, тренингов не будет. Не было такого. Катерина. Я могу поговорить с ним лично? Нет, исключено. Займитесь интервью. Всем спасибо. Катерина, Олежа, меня могут слить. И правильно сделают. Саш. Ай, все, ладно, целуйтесь здесь. Она ничего не покажет Кольцову. Нужно самим. Поговори с Абдрашидзе. Олег, кот Тимофей – единственный шанс для города. Для Кирюхи. Ты понимаешь? Это война, Олег. Твоя девочка это осознает? Игорь, ну ты же не этого боишься, а того, что придется цапаться с духовой. Ха, да ты прям телепат. Ну, для этого ты нас и нанял. Мы ругаемся с духовой, ты об этом капаешь Кольцову, и он убирает духовую. Мы когда с тобой об этом договаривались, все немножко иначе было. А сейчас как? Она отслеживает каждый шаг. Я не понимаю. Может, Кольцову это все подходит. Ну, давай тогда разбежимся. Только я тебе как специалист говорю, компанию она завалит. А на тебя всех собак повесит. Рискованно, Олег. Рискованно и рано. Вот. Что я говорил? Вот что она здесь делает? Здравствуйте. Слав, привет. Я сейчас не могу ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Пока не продвинулись, но нам мешают. Кто? Информатор? Информатор утверждает, что женщина. Помочь? Справимся. Так не тяни. Давайте поблагодарим человека, без поддержки которого этот праздник не состоялся бы. Главу холдинга «Судостроительные верфи» Тимофея Кольцова. А теперь наш концерт продолжается. Встречайте, Богдан Маргосян! Добрый день!
пору, будто в страшном сне захожу на борт корабля, что меня унесет навсегда. Корабля, что меня Тимофей, давай поговорим. Сквозь года. О чем? С городом. О нас. Морским связан я душой. Дома никак? Дома тебя нет. Здесь с тобой бродил ночью под луной. И любовь столько лет согревала. Ну, говори. Пожалуйста. Только пойми меня правильно. Смех и радость соседствовали в нем. Я устала. Тимофей Ильич, извините. Я договорилась, в антракте необходимо дать парочку интервью центральным каналам. Ночью в тишине я на воздух. Диана. Тимофей Ильич. Я разберусь. Что? Там это перчатое солнце сюда ломится. Гони ее к черту. Понял. Там детство, юность и любовь волнует кровь и ждет, как прежде. Солнцева представила свою версию стратегии. Толково. Самодеятельность. Послушай, если мы собираемся сотрудничать с Юнионом, пусть это будет Панин. Он хотя бы консультант по выборам. Я подумаю. Моя надежда. Тоже про город. Подай. Так, коротенько, микрофон, минут на 40. Держите. У моего друга болен сын. Астмой. Врачи говорят, что нужно уезжать. И он не один такой. Людей с болезнями легких и онкологии стало много. А знаете почему? Давайте мы оставим этот вопрос открытым, а мы продолжаем. Завод удобрений. От него город задыхается. Но мы еще можем спасти Дальнеморск. Тимофей Ильич, прочтите мои предложения. Они застряли у вас в пресс-службе. А горожане вас поддержат, так ведь? Ура! С праздником вас, дорогие! Держите. Простите. А мы продолжаем наш девушка, вечер. Девушка, ну что же? Простите. Очень много желающих поздравить наш так же нельзя. Наконец-то. В общем, вляпались мы с тобой в самый черный криминал. Этот дом все области стороной обходит. Местные говорят, здесь детей покупают. В детских домах или через интернет. У каких-нибудь алкоголиков или наркоманов. По его собственному признанию, 5 лет он случайно превратил пиво в... Я собиралась прислать после некоторой корректировки. Всем внушил домашнему коту, чтобы вся информация была у меня сейчас же. Он принялся разносить в подъезде газеты. 9 он подслушал ссору рыбок в аквариуме. Но ему, конечно... Не очень-то похоже на детскую экскурсию. Здравствуйте. Я сейчас не могу ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Когда, говорите, это было? Вчера. Ну, скажите спасибо, что еще на меня попали. Спасибо. Да, я к чему? Мой сменщик, у него баба, ну, такая же ревнивая, ну, вы знаете, она один раз хотела всю хату камерами обставить. Ну, это нормально, да?
проверить, не врет ли. А то, знаете, командировка, командировка. А у самого телефон не доступа. Конечно. Вот, возьмите. Изменял. Ну так, может, ну этого бойфренда, раз такое исполняет. Да давай в рестик сходим. Я Ахмед. Стоп! Чё? Стоп! Сейчас, ага. Есть вторая камера? Да. Значит, муж с ним поговорил. А кто у нас муж? Волшебник. Чё? Ну, Шварц, классика. А тут одна дорога до трассы? Да. Ага, спасибо. Алкоголичка она. Раньше-то по двору бегал. И вот нету. Продала дитё. Этим, не иначе. Некоторые пробовали жаловаться, но без толку. То ли недостаточно фактов, а может потому, что сигналили анонимно, боялись вместе соседей. А может и полиция в доле. Так он в школу не ходил. Да родаки бухарики. Миха видел ведь, как его забрали? Да ведь, Миха? Угу. Меня мать утра за молоком погнала. Вижу этого в машину, чуваки сажают. Я на велике за ними, а тормознули вон у того дома. Гранд Эд? Да. Угу. А еще я нашел одну интересную фотографию. На ней изображено судно Кольцова. Не очень-то похоже на детскую экскурсию. Слушай, Шерлоку этому отнеси. Если выступать начнет, не трогай. Сделаю. А то, если шеф узнает, что мы тут перестарались, всех разгоним. Ну да, да. Ну чего, как? Сам поешь или тебя покормить? Дружков своих покорми. Борзый? Ну понятно, понятно. Слышь, бери, пока дают. Честно. Давай. Что тебе посоветовать? Вы хоть с ней общаетесь? Ну так, не особо. Катя. На, от случая. Ты как здесь? Тише. Ну, уважаем. Отлично. Ну, спасибо. Бежим. Быстрее, давай. Вот понятно. Сбежал. Скорее. Осторожно. Давай. Машина. Давай сюда! Вроде оторвались. Сильно они тебя, а? Терпимо. Послушайте, вы не имеете права. Да отпустите. Да, это я. Тут еще одна нарисовалась. Помогла бежать. Екатерина Солнцева. Ясно. Отпускаем. Ну, ты все понял, Шерлок.
кто это был? Безопасники Кольцова со своим шефом Дудниковым. Они что, тебя не узнали? Узнали. А почему тогда били? Испугать хотели, чтобы не рыл. Они думали, я от мэра. Врач сказал, что травмы не опасны. Пронесло. Это все благодаря тебе. Да. Солнцева, телек включи. Я иду на выборы с четкой задачей. Черт. Ты звонишь показать, мой как он старательно честь. Гробит остатки своего имиджа? Вообще-то пропесочить за твой концерт. Но сначала посмотри. Я сделаю все, чтобы воздух и вода соответствовали самым высоким стандартам. Я уберу эту свалку. Кладбище кораблей и завод удобрений. Дальнеморск будет курортом. Там еще будут приезжать отдыхать со всей страны. Спасибо. Это ты придумала? Спасибо, что пришли сегодня сюда. Ты прощена. Я рад, что юбилей... Возвращай Панина и ссылки и садитесь за программу. Поняла. Ну что ж, давай. Кать, ты обскакала духовую. Это нужно отметить. К нам москвичи чайку привозят. Может, сходим? Конечно. Как только поправишься. Ну чего ты паришься? Круто же все. А если он людоед? Кольцов? Ну, теперь уж не узнать. Мы на мушке. Узнать? У меня осталась одна секретная кнопка. Иди сюда. Иди сюда. Ну, не корми ты ее со стола. Она и так избалована до невозможности. Ну, извини. Я за добавкой. Чудесные у вас сырнички, маман. Куда? Столовая закрыта. Выметайся. Ой, как грубо. Мне надоел этот зверинец. Так давайте тогда сдадим нас с ней на живодерню. Ну и сдадим. А то ускачешь свой Кембридж. А мы тут с Катериной возись. Животина. Не впервой, справитесь. Пап! Ты не ответил. Катюша, этот ресурс надо использовать с умом. Такой шанс дается раз в жизни. Ну да ладно тебе. Ну починишь еще раз прокурорский раритет. Может, спасешь еще одного наследника. Шуточки. Да какие уж тут. Пап, если кольцо в чем-то замешан... Я уйду. Есть основания? Серьезные. Позвонишь прокурору? Пожалуйста. Спасибо. А зачем ты? А это для одной очень хорошей тети. Кто она? Я тебя с ней познакомлю. Она будет колдовать, как мама раньше. Нет. Я хочу, чтобы ты с ней подружился. Хорошо? А я видела этого жирафа. Вот в кино там сходит. Пап. Я ему позвонила. Привет, я Диана. Кирилл. О, ты любишь супермяло? Очень. А я в школе по нему тоже с ума сходила. Я же все серии наизусть знаю. Смотри, что у меня есть. Видно? Классно! Спасибо. Не кори себя. Ты не виновата в болезни сына. Это не твой грех. Это грех твоего мужа.
Кирюшу можно спасти? Можно. Что мне сделать? Отец не должен быть рядом. Его грех разрушает ауру мальчика. Их нужно разлучить. Как? Отвези сына в святое место, место силы. Там он поправится, я помогу. Катерина Дмитриевна, на два слова. Мне кажется, мы с вами находимся в состоянии войны. Разве? Ну, конечно. Вы пытаетесь привлечь внимание мужчины, на которого у вас нет прав. Давайте не будем обсуждать эту глупость. Ну, почему же глупость? Не нужно лезть на мою территорию, иначе я вас проучу. А где эта территория? Покажете? Не стоит со мной шутить. Тимофей Ильич опасен в гневе, так что лучше уматывай отсюда и поскорее. А на что им гневаться? Но повод же всегда можно найти. Я вас поняла. Необходима независимая оценка загрязнения воды и воздуха. И донести результаты до горожан и до Москвы. Пресс-служба мэра игнорирует эти темы. Если не удастся выйти на ящик, то создадим свой интернет-канал. Важный момент. Строительство медицинского центра и санатория. Тут требуется широкая огласка. Также можно объявить конкурс для изобретателей с хорошим призовым фондом на создание установки очистки воды. Ну и начать с их помощью чистить водоемы, что гарантирует нам положительные отзывы избирателей. И еще создать детскую экологическую организацию. Они будут проводить субботники. Рабочее название «Маленький принц». Ну а что, «Маленький принц» – хорошо? Хорошо? Да. И победа у нас в кармане? Не совсем. А что еще? Нужно еще ухитриться, в телеке не выглядеть мешком со трубями. Ну, боюсь, это мне не под силу. Все под силу. Если хорошо учиться. Юлия Павловна, найдите, пожалуйста, в графике ближайшее окошко для нашего тренинга. Ну, мешок. Это никуда не годится. Тем более со трубями. Согласны? Согласны? Тимофей Ильич, может, обед? Да, Юлия Павловна, пора уже. Все, Островое, шагай по жизни смело! Это Григорий Островой, известный телекиллер и главный пиарщик действующего мэра. Скажи мне, я похож на идиота? Нет. Угу. А с чего ты взяла? Что прежде чем звать Юнион, Дудников не доложил мне о каждом. Но об этом он тебе доложил? Это с недавних съемок передачи с Головиным. Ты уверен, что ей можно доверять? Лерочка, можно мне воды? Юлия Павловна, когда назначен тренинг? Его не будет. Но Тимофей Ильич сказал, что готов заниматься. Разве? Вы что-то не так поняли. Он принял наше предложение. Слушайте, ваше предложение – полнейшая чушь. Это его мнение. И его тоже. Где он? Уехал. Пойдемте, раз все готовы. Она не догадывается? И не догадается.
Информатор говорит, через 3 дня я буду знать график Кольцова поминутно. Вам останется только принять контрмеры. Только вот... Какие-то проблемы? Информатор побаивается. Ну, он постоянно с Кольцовым. Подозрительно. Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю поставить жучок. Ставь. Видишь, как Мартин. Я ведь хочу ей верить. А может, поговорить с ней? Если врет, я же сразу увижу. Как думаешь? А что, если вправду врет? Прямо сейчас? Ночью? Ночью? Да. Днем у вас на меня времени нет. Нет, нет. Тимофей Ильич. Итак, можно, да? Работаем. Итак, я идиот. Вы думаете, у меня в запасе только одна провокация? Ну, я рассчитывал. К ней, в общем-то, и готовился, разве нет? В камеру смотрите. Ваши схватили Панина. Зачем? Видимо, полез не туда. Например, в Гранд-Эт? Например. А чем она занимается? Отвечу, но после вас. Учитесь вы, а не я. Это условие. Ладно. В каких отношениях вы с Григорием Островым? Мы были женаты меньше года. А сейчас? А сейчас нас ничего не связывает. Спасибо за откровенность. Тимофей Ильич, вы обещали, Гранд-Эт. А я такой фирмы не знаю. Всего хорошего. Спасибо за урок. Доброй ночи.
Да. Здравствуйте. Это Виктор Владимирович Боголюбов беспокоит, генеральный прокурор. Екатерина Дмитриевна? Да, я. Извините за поздний звонок. Ничего страшного, я не спала. Я по поводу Тимофея Кольцова и его фирмы Grand Ed. Ага. Диана? А что это? Это мое. Ты уезжаешь куда-то? Нет. Я ухожу от тебя. Когда решила? Давно. Да, я все хотела с тобой поговорить. Ну, но... давай, говори. Я слушаю. Ты мне, конечно же, можешь сейчас не верить, но я правда тебя любила. Я видела, как ты мучаешься. Я очень хотела тебе помочь. Но с тобой же невозможно жить. Ты самый равнодушный ублюдок, которого я когда-либо видела. Дохода от издательства мне вполне хватит. Я за тебя проголосую. Спасибо. Я уверена, что ты сможешь поднять этот город. Но только теперь без моей помощи. Твоя пресс-служба, я думаю, найдет, что сказать по поводу нашего развода. И Юлечке передавай огромный привет. Прости, я всего лишь женщина. Диана. Он лучше меня? Нет. Просто он человек. Пока. Вспоминай! Вспоминай!
как здесь? Шла к машине. Зачем? У нас шашлыки дома. Родители уломали приехать, а у вас, я смотрю, заплыв ночной. Да. Просто оступился. Ага. Ну, спасибо большое. Тимофей Ильич, быть одному сейчас не лучший вариант. Какой лучше? Поехать со мной. Давай. Вот, тормози. Отлично, глуши двигатель. Катерина, приглашай гостей. Добро пожаловать. Сейчас шашлычок уже будет готов. Все готово. Наверное, это была плохая идея, Катерина Дмитриевна. Может, мы вернемся? Здрасте. Привет, Катюш. Ну, прошу к столу, у нас все готово. Это замечательные дети, Тимофей Ильич. Давай, зали их. Да что ж такое? Молодые люди, ну сколько вас ждать-то? Композиция «Чудная ночь». Выйдешь сам? Это, короче, девушка. Держите. Братом моим. О, круто. А вы совсем не интересуетесь? Да не, знаете, я как-то к машинам равнодушен. Жаль. Поставь вашу любимую песню с удовольствием. Грешен. Ну, вроде все правильно сделали. Все хорошо, да? Но иногда эта зависимость приносит пользу. Извините. Да ничего. Я вам сейчас расскажу. Ну, шашлык у вас просто обалденный. И огурчики прошу. Хрустящие, как я люблю. А знаете, как я получил ранение в ногу? Сидим мы с напарником в засаде. Ну, он вышел за кофе, я тоже подышать, смотрю, идут. Я их рукопашную уложил, а один меня за ногу укусил. Теперь шрам, представляете? Капусточка у вас просто замечательная. Да кушайте, кушайте. Да. Мама такое делает, только еще брусничек туда добавляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, Тимофей Ильич. Ну, вроде я догадался. Что ж поделать? Яркое событие, сложное событие, именно хочется со всеми поделиться. Молодой человек, что же вы делаете? Иди ко мне. Извините. Тимофей Ильич, признайтесь честно, какова внешняя задолженность России? Я не в курсе. Похоже, вас надо спасать. По-моему, готово. Ага. Ну, неси следующую порцию. Давай. А кто они у вас? Они физики. Папа руководит лабораторией, пишет книги. А мама работает вместе с ним. Здорово. Ну, это как сказать. Сколько себя помню. Вместо курочки рябы на ночь я слушала, почему не упадет Пизанская башня, какое сечение пирамиды Хеопса и от чего отрекся Галилей. И стали пиарщицей. Вообще-то хотела стать психологом, но попала в рекламное агентство. И там мне понравилось. Что именно? Превращать реальность в сказку. То есть вы моим избирателем? Рассказывайте сказки? Нет. Я вам верю. И хочу, чтобы вы победили. Катерина Дмитриевна. Барабанная дробь? М? Итак, овнам не следует торопиться. А как вы придумали этот сияющий город? Проблема, очевидно, решила, что вам подойдет. Я похож на борца за экологию? В некоторых интервью вы говорили о вреде свалки заводов,
Мне Панин сообщил, когда собирал информацию. А что он вам еще сообщил? Тимофей Ильич, я не ищу на вас компромат. А что ищете? Это принятая практика. Так мы стараемся обезопасить себя и своих клиентов от неприятных неожиданностей. Из вас же ничего не вытащишь. Ну, в таком случае, приношу извинения за вашего коллегу. Львы смело могут обращаться к начальству с просьбой. Врожденная практичность не принесет ожидания. Извинения принимаются. Эй! Эй, стойте, мужики! Слушайте, до станции не подбросите! Это что за черт? Здесь недалеко! Ложись! На пол, Катерина. Я здесь. О нет, выключите, пожалуйста. Извини. Тук-тук. Есть кто? Должна тебя предупредить. Так, так. Я 100 лет ни с кем не спала. Ну, в смысле, когда ложишься и спишь до утра. Ясно. Подвох в чем? Я очень вожусь во сне. Я переживу. Ну ладно. Ты что, спать собралась? Ну да. А что удивительного? Вот если бы я сейчас пустил пляс, это да. А я, пожалуй, пущусь. Боже, вот это номер! Это еще только начало. Тебя бы сейчас в телек избиратель твой. В чем дело? Куплю студию. Снимай себе на здоровье. А как же камеры? Не струсишь? Я? Ну ты же у нас специалист. Все исправишь. Тимыч, как же я исправлю, если ты закрываешься? А? Я закрываюсь! О! Да я открыл! Все страхи с детства. Догадываюсь, оно было нелегким, но ты меня не бойся. Для того, чтобы победить, нужно знать причину. Я, кажется, Дудникову забыл позвонить.
И надо предупредить всех, в СМИ ничего не давать. Скажу, чтобы тебя разбудили. Вот дура. Вы мне обещали, что машина будет сегодня. Что я ее год должен ждать из ремонта. Поесть-то забыл? Ой, прости, я тороплюсь. Давай. Угу. Здравствуйте, а можно машину на Большую Пушкарскую 3? Спасибо. Папа! Сережа! Папа! Кирилл поедет со мной. Я тебе его не отдам, ясно? Ему нельзя быть с тобой, ты слышишь? Это ты во всем виноват, ты спишь с этой кольцовской подстилкой. Кирюша, не надо идти к папе, он хочет тебе зла, он не хочет тебе добра. Иди ко мне, пожалуйста. Папа хороший, я не пойду с тобой. Ты меня хочешь убить. Ян, тебе нужно лечиться. Я позвоню. Ты что, не понимаешь, что мы все равно найдем Кирюшу? У нас очень много братьев и сестер, а тебя просто сотрут в порошок! Алло, Кать, привет. Ты можешь меня выручить с машиной, а то моя застряла в автосервисе? Подожди, как? А постреляли? И мне звонит мой информатор. У него истерика. Он говорит, что ФЭП стреляли машину Кольцова. Ты его программу слышал? Если он хотя бы половину сделает, знаешь, сколько денег потеряем? И вы что, решили его убить? Предупредить, кучеряшка. Напугать. Пока что вы напугали только моего информатора. Он уже вообще хочет соскочить. Угомони его. Это твоя забота. Так. Я на криминал не подписывался. Стоять! На молоко за вредность. Спокойно. У нас все под контролем, даже лучше. Твоя жена все облегчила. Я даже не ожидал, что так быстро выйдет. Никто не ожидал. Слава богу, маму выписали. Ей бы еще полежать, но она как узнала про Яну, так сразу из больницы сбежала. Не знаю, как там Кирюха без меня. Он, конечно, любит бабушку, но мало ли. А если что, подменишь меня в Юнионе? Угу. Кать, ну не мычи ты. Поговори со мной. Я и так себя скотиной чувствую. А ты еще добиваешь. Почему? Ну, это же я втянул вас всех в это. Вот тебя вообще чуть не грохнули. Катюш, ты... Катюш, что с тобой? Я переспала с ним. Он тебя обидел? Я люблю его. Но я все испортила. Он страдает, а я с чего-то решила, что он мне откроется. Я сделала ему больно. И вообще, он женат. Олежек. Я знаю, что это непрофессионально, но я не смогу с ним рядом работать. Прости.
нам приехал, радость моя, Кирюшечка. Привет, мамуль. Привет, как твое сердце? А, нормально. Это вот Катя. Она сделает из Кольцова мэра. Здрасте. Ой, слушайте, я буду очень рада. Ну, чем тут стоим? Пойдемте домой, я беляши напекла. Ура! Пойдем, мой хороший. Идем, мой хороший. То есть все, что я тебе сказала, это просто гормоны дамские штучки? Кать, нам не справиться без тебя. Независимая экспертиза показала многократное превышение вредных веществ в отходах, которые сливаются до завода. Завод оштрафовали, но он трубу не убрал. Гарантии, что она не работает, нет. Компания Тимофея Кольцова взялась убрать трубу своими силами. Когда вы планируете убрать трубу? Трубу мы уберем сегодня. Очистку воды в озере я уже взял под личный контроль. Извините, мне нужно работать. Давай! Местный. Катя, я был в телецентре, там Островой что-то снимал. Ну, Слав, Островой пиарщик, Головина, это нормально. Нет, там другое, съемки закрыты, нужно сказать Кольцову. Нет, подожди, не сейчас, говори мне. Зрители подписывают бумагу, а не разглашение. Там Островой, мэр и кто-то третий. Очень странно. Они так долго молчали, а... Тут какая-то секретная передача. Готовят сюрприз. Мы вновь в студии программы «Островой». Сегодня говорим о будущем нашего города. И наш второй гость – кандидат в мэры Дальнеморска, который выдвинулся совсем недавно. Встречайте, Тимур Кольцов. Тимур Александрович Кольцов. Кольцов? 40 лет. Только что не Тимофей. Экономист. Забавно. Это что такое? Нет, это не мы. Острова уже так делал, он путает избирателей. Тем более могли предугадать. Я не понимаю, зачем это Головину? Этот крендель должен отвернуть часть избирателей от нашего Кольцова. Каким образом? Сейчас увидишь. Я считаю заботу о здоровье наших граждан задачей номер один. Мы сделаем наш Дальнеморск городом-курортом. Я думаю, плюсы очевидны это... для всех. Кроме, конечно, Кольцова. Тех, кто делает большие скорее деньги пародия. На загрязнение воды и воздуха. С чего же вы планируете начать? Ужасные колонки. Потому что засилие промышленных производств. Их надо сокращать. Я начну с себя. Выведу часть производств в область или за границу. Подождите, а рабочие места? Люди будут ездить работать в область. А если кто-то не сможет... Запустим программу по переподготовке кадров. Спасибо. Это наш лозунг. Он превращает его в клоунаду. В этом-то и задача. Ну, послушайте, но не все же идиоты. Кольцова и его предвыборную программу знают. Ну и что? Островой-то своего добьется. Главное посеять сомнения в правильности такой программы, не так ли? Их содержание в разы требуются решительные шаги. А от городских властей их ожидать не приходится. Ну, насчет решительных шагов вы-то не волнуйтесь. Мы заложили в бюджет строительство медицинского центра и санатория. Одних лечим, других калечим. Тех, кто калечит, мы уже наказали. Завод по производству удобрений давным-давно оштрафован. Мы обязали их установить мощную систему очистки. Свалка и кладбище кораблей будут обязательно ликвидированы. И самое главное. Мы решили объявить среди изобретателей конкурс на лучшую установку по очистке воды. Это же мы добились того, чтобы завод перестал гадить. Да, да, это наши идеи. Медцентр, санаторий, конкурс на установку. Я считаю, что с этими мерами вы опоздали как минимум лет на 5. Потому что сейчас ситуация в экологии требует не косметических преобразований, Слав, не надо, а хирургической операции. Да, вначале будет непросто, но в итоге... Да. Рейтинги не радуют. Так, что мы имеем? Провал по всем направлениям. Даже по тем, которые провалить нельзя было. Например? Ну, например, Головин объявил конкурс на лучшую утилизацию кораблей. За 3 дня до того, как мы должны были.
Катерина, что скажете? Это не провал. Это роковое стечение обстоятельств. Я не верю в стечение обстоятельств. Я верю в профессионализм. А нас все время опережают на несколько шагов вперед. Кто-то сливает всю информацию. Интересно, кто? Мы обязательно проверим все каналы, по которым мог быть этот слив. В том числе и ваше агентство. Да ради бога. Послушайте, а может, дело не в шпионаже? А в том, что ваши идеи лежат на поверхности и всем очевидны, а следовательно, не имеют конкурентных преимуществ. Юлия Павловна, знаете что? Солнцева! Прекращай! Лучше изложи свое видение, как нам выйти из этой ситуации. Я тут все написала. Слав, прости, без тебя так надо. Катя, а что это за номера? У тебя что, от мании преследования крыша поехала? Ну что, что теперь будем общаться друг с другом письменно, как в кино про шпионов? Ну да. Нас же теперь подозревают в государственной измене. Я никого не подозреваю. Я хочу принять меры предосторожности, чтобы каждый знал ту часть информации, которая необходима для работы. Это какой-то цирк с конями. Катюш, ты точно сошла с ума? Ты себе-то доверяешь? Саш, я не могу работать, зная, что все станет известно той стороне. Кать, успокойся. Не надо. Да, подозревать противно, я это понимаю. Поэтому вы оставили это занятие мне. Каждый думает друг на друга, но помалкивает. Пусть у меня будет трижды паранойя, но отдавать свои идеи Грине Островому я не собираюсь. Пусть я лучше перестрахуюсь, чем не досмотрю. Все, извините. Катя, вернись. Читайте, и я жду ваши отзывы в письменном виде. Ну, мне бы не хотелось, чтобы Екатерина Дмитриевна оказалась права. Что здесь? Отзыв. В письменном виде, как вы и просили. Прекрасно. Куда собираетесь? К себе в Немщиновку. На ночь глядя? Именно. Видите ли, у меня накопилось много работы. Начальство разнесло за то, что плохо вас пиарю, у нас падают рейтинги. Вообще, мне нужно подумать в спокойной обстановке, а не вот в этой вот темнице. Пойдем. С чего бы это? Я тиран. И привык, чтобы мои прихоти выполнялись неукоснительно. Ты прости меня. Я не хотела тебя ранить, Тимыч. Тимыч, ты меня так странно называешь? Почему странно? Не знаю. Очень даже славно. По-домашнему. Тимыч. Ты бы слышал, как тебя зовут твои пиарщики. Да, я знаю. Кот Тимофей. А когда злюсь, медведь Шатун. Откуда? Я все про себя знаю. Это тебе так кажется. Подожди, подожди, подожди. Самого главного не заметила. А что я должна была заметить? Это вода из озера? Mm-hmm. Запаха? Запаха его же нет. Нет. И пятен нет. Она чистая. Ты очистил мое озеро? А победитель конкурса очистительных сооружений. По его чертежам мы сделали аппарат. Мальчишка просто молодец. Димыч, ты чудо! Чудо это ты, твоя идея. Я думала, нам озеро никогда не вернуть. Значит, здесь можно купаться, как в детстве? Ну, я бы подождал, осень все-таки. Да и чистит установка, хотя и быстро, но до полной чистки еще нужно время.
Ну, как вода в озере? Проверила? Чистая уже? Да. Только никак не согреться. А ты чего так испугался? Боялся, что уплыву? Тимыч, не бойся. Я от тебя никуда не денусь. Информатор звонил, но он психует. Говорит, что мы спятили, работаем топорно. Ну и что же? Ну и Солнцева теперь всех подозревает. В этом и смысл. Они перестанут доверять друг другу. Останется просто поссорить их между собой и с шефом. Информатор боится, что служба безопасности вычислит утечку. Если вычислит, то Солнцеву. Пока разбираются, поезд уйдет. Одного скоро выведем из игры, второй, как я понимаю, на подходе. А он звонил, просил о встрече. Чудесно! Скоро отвалятся и остальные. Никто не хочет решать проблемы простых горожан. Мы не позволим, чтобы нашим любимым городом командовали коррупционеры. Мало они у нас крови выпили. На нас, на наше будущее, на будущее наших детей им наплевать. Но только все вместе мы сможем им дать достойный отпор. Спасибо. Забавно. Что вы себе позволяете? Садись. Смотри, даже похож. Да. Интересно, чья была идея? Островова или Головина? Извините. Я не понимаю, вы о чем? Скажи, Тимур, а избиратели вообще в курсе, что ты не Кольцов, а Старопяткин? Ну, может, посчитал фамилию неблагозвучной для политика и взял псевдоним? Может. Или от элементов скрывается. Он же злостный неплательщик. Жена, двое детей бросил. Да ты что? Да, сбежал. А еще смотри. На его имя фирма зарегистрирована. У фирмы проблемы с законом. Давно. Сиди. Прекратите этот театр! Что вам от меня надо? Нам надо, чтобы ты снял свою кандидатуру с выборов. Иначе эта папочка прямо сейчас отправляется в полицию. И будь уверен, она попадет в нужные руки. И все-таки я думаю, что островой. Кирюшенька. Мама. Привет, мой хороший. Я так соскучилась. Нет, видишь, мне не будет. Поехали за парк, помнишь? Бабуля! Парк по носу смотреть. Нет. А там еще тигры такие. Яна, ты что здесь делаешь? Нина Васильевна, здрасте. Я за Кирюшей. Мы поедем в зоопарк. Я давно обещала. Уезжай, Яна. Уезжай. Слушай, уезжай, слышишь? Отпусти! Что нам поможешь? Да выпустите меня! Выпусти меня, слышишь? Не время сейчас сомневаться, сестра. Это бес в нем упирается. Чую свою скорую кончину на святой земле. Садись в машину! Садись! Тимофей Ильич, теперь пройдемся по вашим криминальным связям. Не скажу с удовольствием, но, видимо, придется. Хотя, знаете, я думаю, что в свое время на этой теме потоптались все, кому не лень. А наш мэр с господином Островым решили реанимировать призрак Кольцова уголовника. Что вы говорите? Итак, что известно о вас на сегодня? Кольцов, я когда ее предложение прочел, решил, что она чокнулась. Островой, а потом уже сценарий передачи глянул, влюбился, честное слово, влюбился. А кому? Иностранцам, разумеется.
Игорь Вахтангович, такое ощущение, как будто вы о каком-то блистательном научном открытии говорите. Ну а разве это не блестяще, Юлия Павловна? А, взять всю грязь, которую Островой говорит по телеку про Кольцова, и выдать под новым углом, а? И какого эффекта вы ждете? Ну как какого? Комического? Комического? Все эти разоблачительные факты, они противоречат друг другу. И звучат как анекдот. Потому что заработали много-много денег и решили, что все дозволено. Купил. Так все-таки менеджер я неплохой. Я что-то запуталась. И я. Девка, огонь. Ну, будем надеяться, что это выстрелит. То есть к этой кошмарной городской свалке вы не имеете отношения? Посмотрите, посмотрите. Я имею. Даже идиоту станет понятно, что нашего героя оболгали. А он себя в обиду не даст. Не даст. А людям такое нравится. Нравится. Нравится это все людям. А вы знаете, что в другом интервью вас сравнили, вы меня, конечно, извините, с пауком, который опутал весь город. Каким образом? Видимо, речь как раз о том, дайте мне пройти. Дайте мне войти. Я все равно войду. Не трогайте меня. Тише, тише. Катя. Диана. Я не к тебе пришла. Где Олег? Он у себя в комнате работает. Что случилось? Что? Он у меня оставил свой телефон. Звонила его мама. Ее ударили, и Кирюшу куда-то увозят. Это Яна? Похоже. Кирюша, а можно узнать, что происходит? Пойдем. Диана, подожди. Что? Тимофей Ильич. Олег. Диана. Дело в том, что мы с Дианой друг друга любим. Это я понял. Кто похитил вашего сына? Да у него жена ненормальная. Она Диана. После аборта вообще умом тронулась. Я за сумкой. Что, Диана? Кирюша, астма. Ей какой-то целитель внушил, что не нужны никакие ни врачи, ни таблетки. Нужно спасаться только этой магией, тут колдовством всяким. А у него астма. Она его в школу не пускала, она ему телефон не давала, и теперь вообще мальчика похитили. Она украла? Да нет, вот этот целитель. Почему вы не спрятали мальчика? Он нервный очень. Без меня с ума сойдет. Поэтому так, простите. Леш, поехали. Время уходит. Тимофей Ильич, может, вам не стоит с нами? Вы моих ребят знаете, быстро всех найдем. В твоих ребятах я не сомневаюсь. Сомневаюсь, что найдете. Это почему? Это целитель, скорее всего, прячет мальчика на кладбище кораблей. Там больше негде. А это место лучше меня никто не знает. Поехали. Угу. Мама, что, плохо? Таблетки рассыпались. Я вызову скорую. Рассыпались. Где они, мам? Кирюша, где? Кира, вот, где? Я нашла. У соседей. Алло. Наливай. Да, да, пожилой женщине. Где Кирилл? Плохо. Сердце. Я пыталась. Кудрянковская, дом 5. Его остановить. Спасибо. Я хотела. Ждем. Его забрать. Он мне не дал. Пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста, спаси нашего сына. Не уберегла я его, сыночек. Не уберегла. Да, видел твой последний эфир. Слушай, ну, мне кажется, ты там текста не знала. Знаешь что, я всю ночь учила. Ну, немного незаметно было, да? Как будто ты сбегаешь из таких, ты видишь. Может, подумай, ты сам учишь. Ну, я не учу, ну, я, по крайней мере, я никогда. А у меня эфир вообще-то скоро. Ну, и кого мы тут высиживаем? Чего ждешь? Решался. Значит, если бы я тебя не спалил, ты бы передумал продавать информацию про Кольцова? Тише. Так, вы прочешите берег, остальные пошли за мной. Кирюша!
Кирюша! Кирилл! 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 Кирюша! Кирюха! Кирюша! Кирилл! Кирюха! Кирилл! Кирюша! Кирилл! Держи. Садись. Держи. Пи-пи. Голову аккуратно. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Кирюха! Папа! Как ты? Все хорошо? Угу. Олег Николаевич. Вы можете с сынишкой остаться в замке. Его у меня точно никто не тронет. Заодно и врачи мои посмотрят. Пока Дудников мой будет разбираться с этим, может, он там не один. Спасибо, Тимофей Ильич. Рад, что работаю с вами. Кирюшенька! Мама! Кирюша, сыночек! Яна! Кирюша! А кто с мамой? Пошли. С Ниной Васильевной осталась твоя. Я боюсь. Яна, пусти меня, пожалуйста. Не сейчас. Он боится. А когда? Когда? Когда ты поправишься. Ты меня бросаешь? Мы с тобой разведемся. Кирюха будет жить со мной. Мы тебя очень часто будем навещать. Прости. Все хорошо. Ты как? Я люблю тебя, Тимыч. Но я боюсь тебя и не знаю, что с этим делать.
Я тебя тоже боюсь. И тоже не знаю, что с этим делать. Давай бояться вместе. И что же, он дрался с этим целителем? Лично? Да он сражался, как лев. Молодец твой, Кольцов. Похоже, я в нем не ошибся. Мама, тефтели были, как всегда, прекрасны. Вынужден откланяться. Доклад не ждет. Дотянул. Угу. Разрешите, я оставлю это без комментариев. Пойдем. Ну, хороший. Ой. Ой-ой-ой, мне тоже пора собираться. Мы с девчонками намылились в консерваторию. Дима отвезет. Не надо, не надо, не трогай его, иначе он вообще ничего не напишет. Доеду на такси. Будь осторожна, Катенька. Ты о чем? О твоем Кольцове. Он очень странный. Мам, он чудесный. Он тяжелый. Легкий. Постарайся оценить трезво. Ты ему совсем не пара. Мам, да я не могу трезво. Я в него влюблена. Вся его притягательность в больших деньгах. Я понимаю, в молодости это имеет значение. Мам, да при чем тут деньги? Я сама неплохо зарабатываю. Катя, это вещи разного порядка. Твой заработок и его состояние. Ну, только не прикидывайся, что ты этого не понимаешь. Да мне уже кажется, что ты прикидывалась, будто меня понимаешь. Я в восторге от того, как он помог Олегу. Но этому ничего не стоило, кроме синяка. Он же не снял с себя последнюю рубаху, правда? Такие люди не умеют жертвовать. И жену он простил не из благородства, а потому что он равнодушный. Ты привлекаешь его как объект, как явление, совершенно недоступное его пониманию. Мам, но если бы он захотел, он бы получил десятки таких. То есть купил бы? Что в нем, кроме денег, Кать? Мам, но он... Он стойкий, талантливый, решительный, добрый, хотя сам этого не знает. А еще он уверен, что его невозможно любить. Ты ему рассказала о своих чувствах? Да, он жутко перепугался. Постарайся уйти без потерь. Мы все раскопали про тебя, сволочь. Тебя ведь за торговлю наркотой в особо крупных закрыть хотели. Так? Не знаю. Зато я знаю. Тебя отмазали. И, скорее всего, ты вот этим своим колдовским цирком расплачивался. Я парня спасал. А ты поехавший. Она же его бросить хотела. Увести куда подальше. Без денег, без еды, без лекарств. Говорила, мол, больной сын ее с мужем разлучил. Ты, гнида, у меня за похищение ребенка сядешь. А на зоне потом разберутся, зачем ты это сделал. Не надо. Ну? Есть неплохой вариант для тебя. Сдай заказчика.
Вы не понимаете. Если он узнает, он убьет и меня, и родных. Это очень опасный человек. А не блефует ли часом? Это твой опасный человек. Он сказал с пацаненком вообще не церемониться. Просто запереть в машинном отделении, а дальше как пойдет. Если помрет, то даже лучше. Он же думал, что его не найдут. Там же никто не бывает. А зачем ему это? Трепать нервы отцу. Чтобы ни о чем не мог думать, кроме как о сыне. Просто чтобы не мог работать. Это мэр? Головин? Я не могу. Это седьмой или восьмой мешок, я уже не помню. И не тяжело? Мне прикольно, чисто стало. Ну все, я побежала. Набережная Дальнеморска давно требовала генеральная уборка. Участники эко-отряда «Маленький принц» не только взялись за это, но и превратили скучное мероприятие в соревнование. А Тимофей Кольцов еще и в праздник. На его теплоходе все участники отправятся в речной круиз. А маршрут выберут победители. Так победила команда «Флорики»! Убирать городскую свалку тоже будет «Маленький принц»? Ну, конечно, нет. Этой акцией мы хотели ткнуть кое-кого из взрослых. Дети справились, власти нет. А свалка? Ура! А свалка уже закрыта. Моя компания ее полностью ликвидирует. Тимыч. И если вас изберут? Если меня изберут, я добьюсь, что бюджет, выделенный на содержание чиновников, будет урезан в пользу очистных сооружений и развития медицины. Концерт закончен. Все. Сегодня весь день с детьми. Ты стал с ними спокойнее. Что случилось? У меня случилось ты. Мне теперь никакой дьявол не страшен. О, а вы знакомы? Главное, что набережная нашего любимого города вновь чистая. Есть такое правило. Этот дьявол. Он из детства? Поэтому ты их так боишься, Тимыч. Скажи мне. Поехали. Каким азартом они принялись убирать этот мусор? Ребята поделились с нами своими планами. Кать, еще подожди. Пляж, да? Парк. Работа там не в проворот. Но мы не сомневаемся, с такими принципами город будет чистым. Вот, держи. В будущем ребята хотят снимать документальные фильмы о своей работе и показывать по местному каналу. На радио тоже планируется программа «Маленького принца». Пожелаем ребятам удачи в их благородном деле. Так удивительно. Я такие камни только по телевизору видела. Ну, как тебе? Прекрасно. Просто прекрасно. А можно я их маме своей покажу? Я думаю, что ей очень понравится. Димыч. Ты чего? Димыч. Что случилось? Прости, прости. Напугал? Тебе лучше уйти. Что с тобой, хороший мой? Это называется кошмары. Ну, видение.
Теперь ты это знаешь. Часто они у тебя? Раньше каждую ночь. Даже днем. Дать успокоительное. Без толку это все. Успокоительное одно – это работа. Это потеря сознания. Сон. Сон 2 часа, а потом опять работа. Тимочка, бедный мой. С тобой кошмары стали уходить. Но боюсь, до конца они не исчезнут никогда. Расскажи мне, пожалуйста. Извини. Я на воздух. Мне было 9, брату 7, когда отец нас продал Михалычу. Тот скупал детей у алкашей и держал на кладбище кораблей. Михалыч делал деньги на таких, как мы, которые никому не нужны. Он снимал запрещенные видео. Потом дети исчезали. Каждый раз, когда открывалась дверь, я думал, за мной. Мы первым забрали брата. Он был младше. Он кричал, звал меня. Я струсил. Он не вернулся. А я смог выбраться. Случайно. Пьяный сторож забыл закрыть дверь. Михалыча задержала милиция. Ну, его быстро кто-то отмазал. Нас тихую распихали по детдомам. Так, кстати, никто ничего не узнал. Михалыч исчез. Говорят, убили. С тех самых пор один и тот же кошмар. Я предаю брата. И страх камеры. Я не учел этого, когда решил стать мэром. А еще я боюсь детей. Наверное, свихнусь от страха, если они когда-то появятся. Не уверен, нет ли у меня серьезного психического расстройства. Зато у меня есть персональный дьявол. Приходит ко мне регулярно. Он и сейчас здесь. Ты затеял, чтобы избавиться от него. Привычная работа уже не спасала. Ну что? Родной мой, как же тебе больно. Как же ты живешь? Жив, как видишь. Какое счастье, что ты спасся. Я спасся, брат, нет. Как и остальные дети. Ты не мог спасти их. Зато сейчас ты спасаешь многих. Ты о чем? Я знаю, чем занимается твой Гранд Эд. Я с тобой, я люблю тебя. Ты обязательно будешь счастлив, я обещаю. С тех самых пор один и тот же кошмар. Я предаю брата. И страх камеры. Я не учел этого, когда решил стать мэром. Еще я боюсь детей. Наверное, свихнусь от страха, если они когда-то появятся. Не уверен, нет ли у меня серьезного психического расстройства. История вышла, прям пальчики оближешь. Теперь у него не останется ни одного шанса. А подумают все на Солнцеву. И докапываться никто не будет. Ну, понятно же, что от нее утечка. Ну, продала, ну, согрешила. Тем более она громче всех орала, там шпиона, шпиона. Почему? Потому что рыльца в пушку.
Смотри. О, красотища. Да. Катя! Кать! Кать! Шах! Катя! Она в машине. Эх, так, что у нас здесь? Ага. Катя? Вот так вы пошли, да? Да. Ага. А если мы вот так вот пойдем? А? Господи. Ну что с тобой, на? Держи. Я слабая, мам. И мне не справиться с ним. С Тимофеем? Ты все-таки решила уйти? Нет, я всегда буду рядом с ним. Мат! Маман? Я в восхищении. Поздравляю. Спасибо. Но я не знаю, как мне помочь справиться с его искалеченным детством. Что с ним случилось? Мам, я не могу. Ты даже себе представить не можешь, что ему пришлось пережить. Но ты любишь его. Да этого так мало, мам. Я благополучная до мозга костей. Помнишь, я любила копченую колбасу, но не любила шоколад. Конечно, помню. Ты раздавала его соседям. Да и ты так далеко от его детства. Но он не сдался. Он создал себя заново и все равно страдает. А я легкомысленная, не готовая к серьезным жертвам, эгоистичная маменькина дочка. Как мне вытащить его из этой проклятой войны с собой, мам? Я не знаю. По всему городу расклеено. Кать, не смешно. Нужно готовить симметричный ответ. Надо таких же листовок наклепать. Тогда сразу будет понятно, что это просто милые шалости конкурирующих штабов. Нет, Слав, Островой не дурак, это не его масштаб. Тут все гораздо серьезнее. А листовки тогда зачем? Для нас. Для отвлечения внимания. Пока не готовят какую-то заваруху. И что делать будем? Нужен подстраховочный материал, причем срочно. А он у нас, к сожалению, только один. Поговорю с Кольцовым. Екатерина Дмитриевна, нам нужно с вами поговорить. У меня встреча с Кольцовым. Поверьте, это в ваших интересах. Речь пойдет о вас. К чему такая забота? На вас мне плевать. Кольцов вами поиграется и выплюнет. Посмотрим. Просто вы оказались в нужное время, в нужном месте, когда у Тимофея начались проблемы. Послушайте, если вы хотите сказать, что это вы ему нужны, то я, пожалуй, пойду. Сядь! Кольцов мне нужен мэром. И раз уж ты временно занимаешь мое место, я тебя использую. Как? Островой снял убойную программу с компроматом, а слил ему его Панин. Это же ерунда какая-то. Да? Ну смотри. Панин твой друг, Гриня бывший муж. Ты мне говоришь, что у них там, и уходишь. А я уже решу, как быть с этой информацией. Вы напрасно стараетесь. Свою стометровку ты уже отбегала. Прыгнула к нему в постели, хватит. Он не твоего поля ягода. Признайся, он же даже как мужик тебе не нравится. Видите ли, Юлечка, вам, наверное, даже в голову не приходит. Но Тимофей – самый лучший мужчина на свете. И я буду счастлива, если он станет отцом моих детей. И стометровки они тут ни при чем. Вот-вот. Я не спортсмен. Давно ты тут стоишь? Порядочно. Панин сказал, что ты здесь. Что ты с ним будешь делать? Поставлю в угол. Я серьезно. Ничего он на меня не нарыл. Пусть проваливает. А вот к тебе вопрос. Какой? Ты
Ты мечтаешь сделать из меня отца семейства? Как тебе в голову такое пришло? Как? Прости, я сама не знаю, я... Открой. Вы уверены? В чем дело? Когда? Олежа, что случилось? Кать, у нас беда. Этот вопиющий случай, когда от голода чуть не погибли двое детей, не имел для отца Кольцова никаких серьезных последствий. Страну лихорадило, и никому не было до этого дела. И тогда произошло то, что навсегда определило личность и поступки будущего кандидата на пост мэра. Отец продал его некоему Михалычу, уголовнику с несколькими судимостями. Он зарабатывал на беспризорниках. Послушаем мнение профессионала. Конечно, такой страшный травматический опыт в раннем детстве не мог пройти бесследно. Угу. Это модель отношения к детям как к товару. Сначала в семье, потом в заточении, а главное, ненависть к своему мучителю, видимо, трансформировалась в желание занять его место. То есть? Вы хотите сказать, что он болен? Ну, дистанционно ни один психиатр не поставит диагноз. Я думаю, мы вас поняли. У нас есть доказательства того, что фирма Кольцова, Grand Ed, возможно, имеет отношение к торговле детьми. Если я вас правильно понял, опыт детства Кольцова мог повлиять на... Что это за бред? Сформировать про детство? Откуда это все выплыло-то, а? Это не бред. Об этом никто не знал. Ага, кроме тебя. Твой дружок не мог нарыть такой. Какой эксперимент? Дружок? Катя, кто слил информацию? Олег, это не я. Так это ты с ним? Вдвоем мутишь, что ли? С Островым? А? Откуда ты узнал про детство? Да первый раз слышу. Я материалы по Grand Ed слил. Гнида, конечно, Островой. Обещал же не светить мои записи. Слав, зачем? Да чтобы от твоего кольцового мокрого места не осталось. После такого ему не отмыться. Давай его к Дуднику, а там разберемся. Давай. Кольцову конец. Его просто уничтожат. И тогда ты будешь со мной. Большакая кровь. А! Уйди! Какая романтическая история. Но если не Панин, то кто? Олег, я никому ничего не сливала. Ты мне веришь? Юль Павловна, в комнате Екатерины Дмитриевны ничего не нашли. Ищите. Лучше ищите. Понимая, что проигрывает, конкуренты идут на крайние меры. Покушение, к счастью, не удалось, ведется следствие. Однако конкуренты не оставляют попыток уничтожить соперника. Теперь, по их версии, Кольцов торговец с детьми. Данную ложь легко опровергнуть. С нами на связи уполномоченный по правам ребенка города Дальнеморск. Компания Grand Ed является благотворительной организацией. Она помогает детям из неблагополучных семей начать новую жизнь. Их лечат, отправляют учиться, а затем помогают в трудоустройстве и социальной адаптации. Владимир Викторович, я устал повторять. Я не продавала информацию, это не в моих интересах. А кому вы говорили, что Кольцов поедет с вашей дачи в день обстрела? Друзьям? Любовнику? Я ни с кем это не обсуждала. Я сама была в той машине. Тимофей Ильич спас меня от смерти. Если бы не он, меня бы застрелили. Хорошо.
А кому вы сообщили эксклюзивную информацию от Тимофея Ильича? Никому. Я уже об этом сказала. Вы извините, но я устала, у меня еще море дел. А никаких дел больше не будет. Кольцов отстранил вас. Совсем? До конца расследования. Вы только в обморок не падайте. На его месте я бы вам так репутацию испортил, вы бы всю жизнь помнили. Мне нужно осмотреть ваш телефон и сумочку. Вы всю мою комнату вверх дном перевернули, ничего не нашли, вам этого мало? Это была несанкционированная инициатива Юлии Павловны. А телефон и сумка санкционированы? Приказ Тимофея Ильича. Ну что там? Нашли, Тимофей Ильич. Что? Жучок. В телефоне Екатерины Солнцевой. Все, как мы и предполагали. Очень мощное подслушивающее устройство. Ясно. Кто заказчик информации, выяснили? Нет еще. А чего вы радуетесь? Выяснить и доложить. Быстро! Слушаюсь, Тимофей Ильич. Утихает шум вокруг покушения на Тимофея Кольцова. Большинство полагает, это результат нечестной борьбы за пост мэра Дальнеморска. Организаторы покушения добились обратного эффекта. Рейтинги показывают уверенный отрыв судостроителя от своих соперников, в том числе нынешнего главы города. А Тимофей Кольцов продолжает выполнять свои обещания. Было проведено много проверок. В выбросах обнаружили большое превышение вредных веществ. Алло, это я. У вас все готово? Отлично. Только проверьте, чтобы без накладок. Собственнику рекомендовано оснастить завод очистными сооружениями. Либо хоть он прекращает глаза деятельность. В таком случае завод покупаю я. И делаю все сам. Катюша, кофеек, суахель листи со специями. Ты бы попила. Я не хочу пока, бабуль. Ты сам подумай, но это невозможно. Катя его любит. Какая к черту любовь? На карту поставлены такие бабки. Подожди. Ну, посмотри. Зачем она сохранила жучок, если знала, что материал вот-вот выйдет? Почему не осталась ночевать у родителей, ну, если знала, что будет покушение? А вот это ее последний перестраховочный вариант, но он же побил все рекорды. А что ты от меня хочешь? Сказать Кольцову, мол, верю ей? Мол, не психуй, чувак, что? Давай поищем, кто это мог сделать, и навести на Катю. Послушай, у нас очень мало времени. У нас времени в обрез. Кто этим будет заниматься? Олег! Я буду заниматься. И ты тоже будешь.
Я тебя заставлю. Я не дам вот так Катю на растерзание. Я уже и так ее не смог защитить от этого вашего Дудникова. Ты вообще представляешь, что с ней там сейчас происходит? Послушай, я делец, не творческая личность. Это вы привыкли там у себя фантазировать. Истеричка. Хорошо, я поговорю с этим Дудниковым. Спасибо. Да иди ты! Катюшенька, айда с нами в Лондон. И что мне там делать? Продолжать учиться. Повышать квалификацию пиарщицы. Или пиарщика. Кто ты там у нас? Как Катюша? Ты теперь называется? Я сама не понимаю, папа. Катя, звонят с работы. Говорят, ты сбрасываешь. Просят ехать к ним. На. Бабуль, я там больше не работаю. У меня запятнанная репутация. У тебя запятнанные мозги. Иди, помоги Маше собраться. Ты должна ехать. Все будут на набережной. Кольцову надо помочь с речью. Бабуль, я не вернусь. Я не смогу жить с таким камнем на шее. Твою сумку убери. Что ты знаешь о камнях на шее, девчонка? Немедленно умойся. Надо иметь хоть каплю мужества. Но... Не перебивай меня. Ты бросила своих людей в самый ответственный момент. Да, Кольцов тебя отстранил. Ну что? Олег тебя не уволил? Бабуль, я не могла это вынести. Да? А твой ужасный Тимофей как это вынес? В конце концов, ты бросила его. А между прочим, ему было тяжелее всего. Ты ведь, кажется, говорила, что любишь его. Так? Сегодня особенный день для города. Многолетняя проблема – гигантская свалка. Благодаря компании Тимофея Кольцова покидает Дальнеморск. Здесь присутствует и основной конкурент Кольцова – мэр Головин. Сюда он приехал со своим сыном Василием. А вот и Кольцов. Посмотрите, как его встречают дальнеморцы. Спасибо. Бать, пойдем? Пойдем. Угу. Хорошо. Поговорить бы, Тимофей Ильич. Долго? Минуту. Ну? Не прав наш Дудников. Ошибся. Нужно исправить. Время вышло. Я не отступлю. Я боевой офицер и ничего не боюсь. Я дал мужикам слово, что поговорю. Ну, говори. Катерину подставили. Свои. Наши видели, как в телецентре Островой говорил с одним из юниона. Солнцева? Что тебе? Уводи отсюда Кольцова. Почему? Его убьют. Кто? Дед Пихту! Неужели ты не понимаешь, что эти ваши фокусы с заводом и свалкой даром не пройдут? Догадываюсь. Я послушал разговор. Кое-кто в бешенстве. Я обещал брать Кольцова лично. Гриня, ты меня разводишь? Он заложил на сцене бомбу. Иди, 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 я его отвлеку. Я вам обещаю, свалку мы с вами больше никогда не увидим. Но я хочу сказать, если бы не вы, если бы не ваши... Ты что? Да. Это Островой. У меня есть один очень важный вопрос. Это наша общая победа. Леша! Катерина Дмитриевна, добрый день. Это он! Он хочет убить Кольцова! Не могу сейчас говорить. Я понимаю, но мне необходимы гарантии моей личной безопасности.
Уходите все отсюда, слышите? Уходите все, слышите? Уходите! Все-таки давайте я вам скажу, что я думаю по этому поводу, а потом уже будем решать, хорошо? Что? Хорошо. Давайте пойдем. Ты видишь, я разговариваю. Дома поговоришь. Пойдем, пойдем. Пойдем, да. Ты от меня спасла. Пришлось. Я думал, умру, когда Дудников сказал, что ты... Тимыч, я думала, что умру. Знала, что не поверишь. Давай. А я размечтался уже. Почти тебе предложение сделал. Думал, черт с ним. Ну, будут дети. Пусть будут дети. Тимыч, я люблю тебя. Катя, выходи за меня, а? Я согласна, Тимыч. Правда? Да. После неудавшегося покушения был арестован сын мэра Василий Головин. Он запустил взрывное устройство при помощи дистанционного пульта. Садись. Кольцов, пойдем. Тимофей Ильич, как вы считаете, так, мэр города виноват? Не сейчас. Слушай, заканчивай снимать. Тимыч, да? Если Вася Головин заказчик, то кто тогда подкинул жучок? Да. А мы сейчас узнаем. Ну? Островой все подтвердил. Оказывается, они давно были знакомы. Он в машине? Саша, открывай. Сиди. Саша, ты? А я все никак не мог понять, кто так хорошо о моей семье осведомлен. Чтоб так ловко я не целителя подсунуть. Ну что, Санек, решил меня подсидеть? Да без тебя и без твоей пигалицы в Юнионе всем бы дышалось бы легче. А ты, значит, на мое место? Да лучше тебя рулил бы. Против мэра он воюет. Да Васька вас всех в пыль сотрет. У него и город, и Кольцов ваш. Знаешь где? Вот здесь, понял? Куда? Прости. Отрыв от основного соперника, бывшего мэра города Дальнеморска Алексея Головина, составил 23,7%. Тимофей Ильич, акция прощания с городской свалкой и покушение на вас. Именно это поставило точку в предвыборной гонке. Ну, насчет точки я ничего не знаю. Но я очень хочу верить, что мне удалось убедить избирателей в том, что я могу быть полезен городу. Я не позволю превратить наш город в свалку. Для меня это принципиально. Предположу, что немногим со мной по пути. А это значит, что путь все-таки есть. Правильно? А ваша жена работает? Вовсю. Она возглавляет мою пиар-службу. И спуску мне не дает. Ну что, все указания выполнил в точности? Ой, даже лучше, Тимофей Ильич. Все так по-человечески у вас получилось. Я старался. Друзья, как хорошо, что я вас всех встретил. Правда. Я безумно рад, что меня окружаете именно вы. Оказывается, у меня есть команда. Да, еще, вдруг я завтра забуду. Ну,
заботы мэра, все такое. Спасибо вам большое. С победой. Ура! 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 Ой. А мне когда результат сообщили, я сначала даже не поверил. Думал разыгрывают. Такой отрыв. Вы сейчас догоню. Вижу. Ах ты! Осторожно. А где наша мама? Где мама наша? А вот мама наша. Давайте позовем маму. Мама!